обычно у нас серьезные, на православную тему, а размышления о смысле жизни. Но как-то владыка мне сказал, после большого праздничного концерта на набережной, где плясали люди, веселились, и казаки, сказал, говорит, я говорю, владыка, вот, ну ничего не слишком весело, он говорит, а пусть все видят, как православные умеют поститься, трудиться, молиться и веселиться. Так вот, чтобы не было для вас неожиданности, мы приготовили для вас, я надеюсь, что сегодня вы немножко отдохнете. Мы приготовили для вас спектакль, назвали мы его «О любви». Это наше размышление на тему рассказов Антона Павловича Чехова о любви. Статных мужчин. И имя Гроба.
церемония. Благословляю вас, дети мои!
Не выкрутишься. Крышка тебе, брат. Идите, я подождал. Наташенька, дочь моя, становись рядом. Петрова, неси образ. Ударов, вначале находясь в бесчувственном состоянии,
он врачом. Удар, который он получил по затылку... Это я по глобле, папаша. Вы читайте дальше. Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол, потерпевшему подана медицинская помощь. Велели затылок холодной водой примачивать. А ну-ка, покажи. Папенька. Пойду модерную магазину. Горничная украла у Вари ботинки.
Вы должны за всем смотреть. 10 января я дал вам 10 рублей. Я не брала. Но у меня записано. Из 41 вычесть 27. Останется 14. Я только раз брала ваши супруги 3 рубля. Я больше не брала. Да, ишь ведь, у меня и не записано. Из 14 вычесть 3. Останется 11. Вот вам ваши деньги, милейшая. Получите-с.
где-то служит, жалование получает тщедушное. Вечно пахнет яичным мылом и кокоркой. Считает себя страшным балагой. Говорит громко, день и ночь удивляется. Пройдет на родителей, смотрит свысока. И ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей, как вы наивны. Вы бы читали литературу. Thank you.
все маменьке расскажу. Я думаю, что вы, как честный человек, ничего не расскажете родителям. И вообще, подглядывают подло, рассказывают стыдно. Дадите рубль, тогда не скажу. А то скажу! Thank you.
почтенных родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарова. Сговор сошел как нельзя лучше. Выпито было 2 бутылки ладнинского шампанского. Папаши и мамаши жениха и невесты плакали вовремя. Жених и невеста целовались охотно. Чушь.
что случится, так иди ко мне. Муж ничего доброго не посоветует, добру не научит, а все норовит свою пользу. Кто это знает? Ой. Мать Тушенька слушает, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двулично вольнодумствующая, лепкомысленная, жеманственная. Она тебе того посоветовать не может, чего советует тебе отец твой, бытия твоего виновник. Ой, отца тоже не больно слушать. Он скверный и вредный человек, хоть и отец тебе. По лицу-то у него негодника, добрая душа-то. Здрасте, какая, ой, нехидная. Себе в гроб не приглашаешь, ведь это ты чего доброго, вдруг-то и ляпнешь. А занимать денег станет, так не давайте, потому что он жулик, хоть и титулярный советник. Ой. В дом тебе свой не бери. Мужья тещи не обожаю. Подпоручик Зюмбунбунчиков военным судом за тещу судился. Главное, во всем везде. Отец, ты это знай и одного его только и слушай. Ой, враги вы мои, умру, так попомните слова мои. Ой, мучители, враги вы мои, ой. Европейская цивилизация, дочь моя, породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада! Чем больше детей у родителей, тем лучше! Кто-то приехал. Да это жених твой! Шика, Камашка, шельмец эдакий! Хай-ка, мужчина, настоящий Вальтер Скотт! Иди, душенька, иди! Иди, прими его! Прими! Иди! Thank you.
Шмокс. 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 А где ваши? Мне их надо увидеть. Я на них, признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. Заметьте, ваш папаша говорили мне, что они надворный советник, а оказывается, что он всего лишь титулярный. Разве так можно? Потом они обещали за вами 1500 рублей, а ваша мамаша вчера сказали мне, что больше 1000 я не получу. Разве это не свинство? Черкес – кровожадный народ, и то так не поступает. У меня все делают, но самолюбие и самозабвение моих не трогай. Это негуманно, это нерационально. Я честный человек, а потому не люблю нечестных. У меня все можно. Но не хитри, не язви, а делай так-то, совесть у человека, так-то. У них лица какие-то невежественные. Что это за лица? Это не лица. Вы меня извините, но родственных чувств я к ним не чувствую. Мы их приструнили. Вот как повенчаемся и приструним. Я хоть и не скептик, и не циник, а воспитание и долг знаю. Мои родители у меня уже давно не бубу. А вы уже пили кофе? Нет? Ну так я с вами напьюсь. И одежда, и душа, и мысль. А потом палочечка.
вершина святости, святитель, человек московский. Это Эрос. Он непредсказуем и неуправляем. Филия, дружба. Это не нужно объяснять, если у вас есть друг. Стоки символизируют семейную любовь. Вы знали ее, когда были ребенком. Вы узнаете ее, когда станете родителем. Есть еще агапе. Это совершенная любовь. И вот однажды ко мне пришла пара. Обычно вся эта церемония является более или менее формальной. Я подписываю прошение о браке, желаю им счастья. А вот здесь, взглянув на молодых людей, я понял, что что-то не то. Интуиция предсказала. Я их спросил, любят ли они друг друга. Они ответили, да, конечно, очень любят. И тогда я им задал вопрос, который я больше никогда никому не задавал. Очень страшный вопрос. Обращаясь к молодому человеку, я ему сказал следующее. Представь себе вот такую картину. Вы вступили в брак, поехали в свое свадебное путешествие и разбились на машине. И она стала, вот нет ли красивой девушки, которую ты перед собой видишь, она стала инвалидом. Вот ты бы мог по отношению к тому инвалиду мне сказать то, что ты сейчас сказал. Мне не нужен был его ответ, я знал, что он скажет. Мне нужна была его реакция. И по реакции я понял. Я понял, что он не способен будет полюбить вот эту девушку, если она перестанет быть красивой, если она станет инвалидом. И когда взглянул на лицо его избранницы, то увидел в ее глазах то же самое смятение. И сказал ему, пожалуйста, я вас благословлю на брак, но через год. Вы ко мне придите, если вы сохраните те теплые друг другу отношения, которые сейчас имеете, я вас сам навенчаю. Они ко мне никогда больше не пришли. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Апостол Павел, первое послание Коринфянам. Хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный, будет жить. Антон Павлович Чехов.
по другим еще рассказам о чем положить. А сейчас разрешите подарить вам нашу песню, наш гимн нашего театра «Благодарственное небо», которое родилось у нас в нашем театре. Подвижный.